Итак, дамы и господа, леди и джентльмены, всех вас приветствую, всех любителей футбола, кто в этот час присоединяется к нашей трансляции. У нас не просто футбол, а студенческий футбол, друзья мои, национальная студенческая футбольная лига вашему вниманию. Между прочим, это у нас высший дивизион, группа А. Только что на ваших экранах были главный арбитр и его помощники сегодняшней встречи. Гутида, санкт-петербуржцев, вратарь Никита Карабышев, далее полевые игроки Дмитрий Федосенко, Артем Валяев, Максим Петров идут вперед. Вот видите, у нас... Оп, ух, какой момент, вратарь. Видите, у нас аббревиатурка, да, на инфографике СПБГУ ПДТ, который, казалось бы, способен и в центре атаки навести шороху. Но вот, он работает именно по левой бровочке, несмотря на свою стать, на свою мощь, стремительных каких-то наступательных действий от питерцев. Так и есть, в ближнюю 9 попытка поймать, что называется, на нежданчика. Очень плотный удар справа после длинной передачи. По-прежнему и есть у них заготовочки. Вот это здорово, без всяких экивоков было. И удар, и повторный удар. Жаль, что оба они, так сказать, не привели к успеху. Черпачком в штрафную, там пошла борьба. Серия ошибок и забивает. После этой серии ошибок и абсолютно хилую попытку выбить мяч головой из своей штрафной. На подборе четко сработав 22 номер питерского коллектива. Дмитрий Жабин, ударный высокий форвард. Посмотрите, защитник, ну что ты, что это было? Что ты делаешь, боже мой? Да. Зачем это все? Как говорится, сбросил на ногу передаченькой. Удобненькой оппоненту, к сожалению. Теперь атака симпатичная. Пошел на вес. Бить поворотом. Да. Удар есть. Так, Максим ходит в штрафную. По тормозам не получается. Да что ж то разладилось-то у него? Разладилось у него. Получает он желтую карточку. Справедливая она смотрится. Он непредумышленно сейчас упал. Наступил там на пятку. Жабин. Продавливает, продавливает. Ой, какая ошибка от защитника. Жабин обыгрывает вратаря. Забивает. Просто красавец. Ну, это вот настоящий таранный форвард. Оттеснил от мяча защитника, опекавшего его на дистанции. Не позволил себе приблизиться. Корпусом перекрыл траекторию. Обыграл вратаря и ставит, ну, я так думаю, убедительную точку в этой встрече. Какая команда заберет? Ух ты, ближний гол, что ли? Зашел? Да, вы знаете, зашел мяч в ворота, вышедший на замену. Так ни шатка, ни валка, без особого шума и пыли нападающий сделал свое дело. Где там Барцев, интересно? Вот он штрафной на ближнем. Да как же так-то? О-хо-хо! Максим Савельев, а ну вот не с той ноги, что называется, зашнуровался, как говорят в футболе. Ой-ой-ой, чуть-чуть не хватило саратовцам, как же было опасно. Финальный свисток звучит, друзья мои. Я напоминаю, что у нас сейчас будет серия флеш-интервью от Бровки. Наши корреспонденты продолжат